Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников. Альберт Джозеф Мур. Английский художник, известный своими изображениями томных женских фигур на фоне роскоши и декаданса классического мира. Родился в Нью-Йорке 4 сентября 1841 года. Был 13-м сыном и 14-м ребенком известного художника-портретиста Уильяма Мура и его второй жены Сары Каллингем. Альберт Мур получил образование в школе архиепископа Халгейта, а также в школе Святого Петра в Нью-Йорке, одновременно получая уроки рисования от своего отца. Он добился таких успехов, что получил медаль от Департамента науки и искусств в Кенсингтоне в мае 1853 года, прежде чем ему исполнилось 12 лет. Я цитирую Википедию. В 1855 он приехал в Лондон, посещал Кенсингтонскую грамматическую школу до 1852 года, когда стал студентом художественной школы Королевской академии. Он уже выставляется там в 1857 году. В его ранних работах чувствуется влияние Рескина. Был во Франции вместе с архитектором Уильямом Несфилдом. Мур проявил признаки замечательного мастерства, которое впоследствии проявил как художник-декоратор. В 1860-х годах Мур проектировал плитку, обои и витражи для фирмы Моррис Маршалл Фолкнер и К., а также работал художником по росписи церковных и домашних сцен. В этот период его работы начали приобретать заметно неоклассический характер. Мур провел обширные исследования античной скульптуры, в частности, мрамора Элджин в Британском музее. Его забота о декоративности, цветовой гармонии стала очевидна в его картинах середины 1860-х годов. Его работы обычно одинокие женские фигуры с формализованными пропорциями, неклассическими драпировками и цветочными аксессуарами заложили основу для эстетического движения. Примерно в 1860 году он расписал потолок в Шипли, а затем еще один в Кроксис Парке, Ланкшир. В 1864 году выставил в Королевской академии фресковую группу под названием «Времена года», которая привлекла внимание изящной позой фигур и изящными сладкими драпировками. Начиная с 1860-х, все чаще стал рисовать женские фигуры в различных состояниях сознания, часто во сне. Главное очарование картин Мура заключалось в нежных низких тонах, прозрачных, похожих на ткань одежд, в которые были задрапированы фигуры. Его картины часто распродавались с мольберта до завершения работы, но только в конце своей жизни он получил то, что можно назвать прямым покровительством. Мур отличался независимым нравом и полагался исключительно на собственное суждение в вопросах как социальных, так и художественных. Его несколько откровенные взгляды оказались препятствием для его поступления в ряды Королевской академии, кандидатом, в которой он был много лет, и где его работы долгое время были главным источником притяжения. Несмотря на то, что Мур страдал от мучительной и неизлечимой болезни, он работал до последнего. Умер он 25 сентября 1893 года, похоронен на восточной части Хигетского кладбища вместе со своим братом Генри Муром. Умер в возрасте 52 лет. Работы Мура в настоящее время представлены во многих публичных коллекциях, таких как коллекции Бирмингема, Ливерпуля, Манчестера и других. Выставка его работ состоялась в галерее Графтон в Лондоне в 1894 году. Вот так вкратце из переводной Википедии о английском художнике, известном своими изображениями томных женских фигур на фоне роскоши и декаданса классического мира, Альберт Джозеф Мур. Пока-пока, до свидания.